называю Влад, и сегодня мы будем играть в игру под названием Дом 2. Ну, конечно, есть такой канал Дом 2, а все равно давайте начнем. Что за звуки? Эй, это хор. Да, давайте начнем. Так. Что за звуки такие? Вы только посмотрите, что за старый хор. Посмотрим, что там дальше будет. Так, мы в следующей комнате. Записочка. Так, вот что тут написано. Что-то прям я... Я не знаю, короче, что тут написано. Так, ребята, тут какая-то еще картина есть. О, вы посмотрите, что здесь еще за лица такие. Ужас. Как вы можете на это смотреть? Мне так и кажется, что с этой девочкой с лицом что-то не так. И у мамы тоже что-то не так. Да все равно на это все. Так, какое-то лицо вообще. Это очень странно. Какая-то записка все время было написано. Ладно. Да что здесь вообще надо делать? Так, ребят, давайте попробуем что-то снизу найти. Может, снизу что-то будет. Так. Что же тут снизу? На полу. Так, может, что-то там. Так, ребят, давайте тогда прочитаем, может, тут что-то есть. Я умею или делаю, ну, в общем, что-то... Я умею филка, меньше... Я так и не понимаю, что здесь такое? Все равно, здесь, кажется, есть что-то такое тайное, или записка. Так, ребята, надо что-то делать у этой вонючей. Вы это тоже... О, вот что-то наконец-то происходит. Что здесь такое творится? Да ладно. О, вот что-то наконец-то происходит. Что здесь такое творится? Ты что, дурак, что ли? Так, давайте посмотрим на записку. Здесь, кажется, что-то изменилось. Реально, что это, кажется, изменилось? Какая-то еще одна кровь потекла. Да ладно. О, ужас какой-то. Да что здесь надо делать или нет? Мне уже становится очень страшно. А давайте лучше смотреть на листок. Мне кажется, что он меняется. Когда мы нажимаем на эту лампу. И ничего не происходит. А теперь-то что надо делать? Включаем свет. Что это такое? Вы это видели? Она даже после нас записку оставила. Ладно, давайте ее посмотрим. Давайте тогда что-то сюда или сюда. Ладно, все равно ничего не изменится. Ребят, что творится? Так, давайте еще раз на картинку посмотрим. Ну, она вообще что-то не знает. Ну, может, свет. Ребята, это страшно становится. Куда-то нажимать, да куда-то надо нажимать. А, ребят, меня сейчас вылезло. Что за... Что это было? Ох, я испугался, кошмар. Вылезла картина вот так вот ужасно. Вот только жаль, вы не видели. Вылезла прямо вот так снизу и вот так вот напугала меня. Что здесь написано? Она не... Кто это? Вы кто такой? Загрузка. Туалете. Это очень странно. Ладно, давайте делать что-то тут. Экранчик такой. Так, что тут такая эта книга? Так, ребята, как темно. Что тут туалет прямо на кухне? Что надо открывать? Что открывать? Блин, ребята, очень страшно становится. Вот жаль, вы это не... Жаль, вот у меня черные полоски справа и слева, потому что я сейчас играю в интернете. Ладно, давайте искать какие-то потайные штучки. Так, ребята, что-то происходит. Она в крови. Я сейчас хотела взять книгу, но у меня какие-то звуки были. Мне кажется, что мы что-то уже находим. Ребята, очень сильно пугает, когда вот так вот ванна открывается. Каким-то звуком. Что за звуки такие? Здесь ничего не изменилось. Тут даже книгу открыть нельзя. Никак.
что думать, что здесь надо делать. Ребята, мне очень страшно так вот открывать эту дверь. Ужас, как страшно нажимать вот эту дверь. У меня вот только вот что, вот какая-то Holy Bible. Очень странная книга. Ну, то есть название, может, просто я не поняла название. За что? А, кран. За кран, по-моему. Может, если одновременно? Так. Так, ребят, что-то вот вообще не понять. Что здесь должно произойти? Вот нажимаем вот повсюду, вот ничего не происходит. Туалет вообще не работает. Ванный туалет, это ужасно. Ребята, очень странно. Ребят, вот меня в общем пугает то, что тут какой-то цвет. Смывается вот эта ванна, вот это способ. Вот, ребята, туалет сейчас смывается. Вы это тоже слышите? Ребята, сейчас я на туалет. Ой, вы видели за окном что-то было? Ребята, мне очень страшно становится. О, нет. Ребята, мне сейчас очень страшно. О, гадость. Что тут такое происходит? Ребята, мне сейчас очень страшно открывать эту штору. Ребята, мне сейчас очень страшно открывать эту штору. Ладно, ребята, открою штору. Ребята, мне сейчас очень страшно. Что-то добиваемся до чего-то. Туалета что-то такое происходит. Что делать-то, ну, вот это вот. Только вот книг почему-то справа. Кто-то сейчас смотрит. Так, штора очень быстро закрывается. Ребят, что-то. Я сейчас вот так. Ника, слово ты! Ребята, что сейчас мне делать? Ребята, у меня сейчас какая-то записка выскочилась. Ребята, если я отпущу... Ноги! Что за фигня? Чьи-то ноги! О, гадость! Ребята, видите? Страшно. Ох, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Теперь в книгу заглядываю. Кстати, откуда эта записка у меня взялась? Мне очень страшно заглядывать. Так, чего же теперь-то надо делать? Может, тут что-то есть? Блин, очень страшно. Давайте вот найдем что-то. Ребят, куда? Вот стучится. Смогу убери эти ноги. Так, ребята, я сейчас могу нажать на эту кровь. Опять какой-то человек. С ноги пропали. Еще одна записка. И опять кровь случится. И записка. Ребята, вместе с ноги. Это я сейчас не буду проходить, пройду в следующей части. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте свои лайки. Всем пока!